сейчас я расскажу вам секрет приготовления. Ну что, дорогие друзья, вот и прошел долгожданный один день, и мы с уверенностью можем вместе с Юлей попробовать и увидеть все-таки, что получилось из нашего паштета. Да, пожалуйста. Вот он, наш дорогой паштетик. Он получился достаточно нежным, поэтому я приготовила вам каперсы и смесь трав и соли, чтобы вы могли себе оценить чуть-чуть вкус. Конечно, я вам не предлагаю, но это лучше всего пробовать с красным вином. Ответственный момент. Дорогие друзья, не сказать, что это обычный паштет, это будет просто самоубийство. Это какой-то фруктовый паштет. Курица с ягодами. Просто потрясающе. Для приготовления нашего паштета нам понадобится 1 кг куриных грудок, курица из бульона, стакан бульона, примерно 2 или 3 стакана черники. Затем из специй нам понадобится розмарин, можжевеловые ягоды, длинный перец, 1 стакан коньяка и 1,5 пачки сливочного масла. Привет!